Саша, глупенько, друзья. Доп. Они все слушают. Бам-бам-бам-бануло. Ты, разве так можно? Ты ж смотри. Взял этой вонючей ногой, блядь. Убил женщину. Рад всех приветствовать, дорогие друзья. Сегодня мы с вами играем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ух ты! Донатик добренький. Ни хрена себе. Офицер полиции полицейской академии Керман. Вы переводитесь в джунгли для поимки хищного наркоторговца по кличке Таджик. Удачного стрима. Спасибо, спасибо большое. Обязательно выполню это поручение. Доблестно. Есть, сэр. Я приступлю немедленно к заданию к вашему. Спасибо огромное. Ё-моё, с такими донатами я опять почувствовал себя популярным стримером. А? Вот это мне нравится. Вот это молодец, Леонид. Не, ну ты посмотри, чё, а? Ёлки-палки, мужик, спасибо большое от души, поднял мне настроение, очень приятно. Мужик, вот какой молодец, вот это я понимаю, настоящий терминатор. Экс-губернатор Калифорнии Арнольд и бодибилдер Арнольд Шварценеггер ликвидировал дорожную яму. Ничего. Даже в Америке Арнольд Шварценеггер ликвидировал. Так, новые LED-лампочки Philips могут проработать 50 лет. Блять, вот нам бы, знаете, в нашу контору, где я работаю, лампочки бы Philips закупали бы, было бы просто счастье. Чем каждый... У нас лампочки LED перегорают буквально вот месяц. Месяц и лампочка перегорает. Это откровенно бесит. С учетом того, что у меня в обслуживании есть 3 дома... В каждом доме где-то 850 квартир. И лампочек там этих просто охренеешь сколько. И они постоянно перегорают. Месяц работает, перегорает. Месяц работает, перегорает. А то и быстрее. Ужас. Вот если бы вот такие лампочки бы покупали бы, было бы очень хорошо. Нидерландская компания Philips объявила... выпуске новой линейки светодиодных лампочек Ultra Effect LED. Указывает, что они обеспечивают в 3 раза больше срок службы при меньшем на 40% потребления энергии. Убей его, когда он вернется, Санек. Убей его быстро, а потом его бабушку выпотроши и трахни. Да, долго писал. Кадиллак Дэви. Очень интересный аппарат. Такого, конечно, редко встретишь на улицах. Особенно вот эти крылья, плавники. Это эпоха 50-х годов. Да, конечно, машины пиздец. Не, ну дизайн, конечно, очень специфический. Некий футуризм 50-х. Так, и мы продолжаем с вами играть в рубрику ретро. Во-первых, можем сделать небольшой обзор ретро-игр на моих картриджей. А, вот, значит, рубрика будет называться «Что на платках?». Вернее, ой, ошибка. Рубрика будет называться «Что на картриджах?». Японских. Так. Значит, вот у меня тут есть целая куча картриджей.
Ну, всякие известные, типа Черепашек и Rockman 4 мы не будем запускать, потому что и так понятно, что на них есть тут. А вот что-то вот непонятное японское для начала запустим, а вот потом уже поиграем в нормальные игры. Шоколада от пончиков у меня на рубашке нет. Рубашка чистая. Вот такой вот картридж с японским молодым человеком. Итак, давайте посмотрим, что на этом картридже. Так, берем геймпад. Геймпад от 8-bit-do. И включаем. Опа! Так. Ожидаемо, так сказать. Ожидаемо, что ни хера не работает. Сука. Валь понючая. Говно сраное, блядь. Ни хера не работает. Вот с этими приставками, блядь, старыми. Пиздец. Мозги только себе ебешь. О, вот эта версия получше. Ну, то есть, в оригинальной там он стреляет так. Пиу, медленно очень, очень медленно стреляет. Нахер надо это. Вот я любил всегда играть так, чтобы он сразу кораблик стрелял быстро. А в оригинальной игре Galaxian он сначала медленно, и только потом, когда ты всех убьешь, он ускорялся. И вот на таких картриджах была версия игры, вот как сейчас, которая сразу же стреляет кораблик быстро. И вот это мне гораздо больше нравится. Во, вот это заебись, блядь, версия. Сразу видите, как быстро стреляет. А оригинальный пиздец, блядь, там первый уровень, заебешься играть. Там пиу-пиу-пиу. А тут херачит, блядь, как демон. Демонюка, блин, настоящая. Вот и все, я практически всех убил. Все, нахер, всех расхерачили. Поехали дальше. Вот этих главных надо убить боссов, блин, сразу же. А они потом по два будут вылетать, потом сложнее становится. Звуки, конечно, я блять, стучара, бадонок вонючий, взорвал мой кораблик. Нужно следующую игру уже запускать. Так, ну тут, кстати, вот все мои любимые игры из 90-х. Я очень любил такие картриджи. Ну давай попробуем этот F1 Race как. Ёптать. Блин, ну неплохая музыка. Как минимум музыка уже хороша. Да? Ну я чуть-чуть матерюсь-то уж. Я не надо уже говорить, что я прям матерюсь. Я иногда, да, бывает матерюсь, но сейчас я сдерживаю себя. Короче, блин, вот эти я игру в свое время тоже любил. Это Формула 1 на Денди. И причем графика очень неплохая. Моделька машинки детализирована хорошо. Вот если сравнивать с Atari 2600 ZX Spectrum, здесь графика, извините меня, гораздо интереснее, чем на Spectrum. Блять, тут пиздец. Не, надо было переключаться обратно. Ну, сейчас попробуем еще разочек. Блять, сейчас он, блин, еле-еле стреляет, сучонок. Пиздец, сейчас вообще хрен кого убьешь с этой медленной пушкой. Да блин, тварь вонючая. Сел штаб, разбомбил, нахрен. Разбомбили штаб. Так, что тут еще интересного на этом картридже? Duck Hunt. А тут, походу, уже больше ничего нет. Star Force есть. А что это за Star Force? Это ли...
Леталка с видом сверху. Не, мне такие игры никогда не нравились. Это шмапы называются. Некие шмапы. Это для любителей шмапов игра. Это, знаете ли, во-первых, у них вечно вот это вот одна жизнь на весь уровень. Попробуй, блин, на... Попробуй тут кого убей. Тут еще, блин, непонятно, что вообще тебя дамажит. Вон. Посмотри, сколько он летит этих. Это надо каждую вот эту вот штучку улавливать, где откуда летит, блин. Либо желательно сразу всех на выходе гасить. Ну тут, блядь, говоря, не умереть довольно сложно. Да, тут, блядь, они так быстро летят, что... Какая-то херня сзади приближается. Да ёб, блядь, твою душу мать сейчас убьют. Извините. Ну, уже неплохо, в принципе. О, какая музыка пошла хорошая. Это прям все возможности NES. Приходит. Чё, прошел уровень? Вроде что-то допрошел. Пришел и сразу умер. Ну, это потому что я уже... Это херобора. Так, ладно. Есть вот такой картридж от Джерико с какими-то опять японскими девочками в трусах и в флифаках. Короче, некие купальники, некие голые женщины, практически обнаженные. И там сбоку такой мальчик-инцел, такой, знаете... дрочилка, который писюнчик со стороны наяривает, смотрит втихаря в скважину, как какую-нибудь тёлочку дерут, и наяривает свой этот самый микроскопический аппарат там грибковидный. Ну, вот типа вот такого. Но, по крайней мере, то, что это я вижу на картинке. То есть, какая-то баба, стримерша там с зелеными волосами в купальнике. И он такой сбоку сидит, блин, такой весь стесняется. И, ну, блядь, типичный, конечно, задротик дрочила. Да, игра забавная. По скриншоту какой-то вид сбоку, что-то там, какие-то двери. Сейчас покажу вам. А вот, значит, это вот эта девушка, вот там, видите, в купальнике она, и вон там этот парень сидит. Ну, у меня автофокус выключен на вебке, поэтому не полностью в фокусе показывается. Ну, вам понятно, я думаю, плюс из моего описания картинки. Давайте смотреть, если это, конечно, дерьмо заработает. Ёперный театр. Походу, эти японские картриджи вообще ни хрена не работают без протирки спиртом. И вообще невозможно запустить. Блин. Угу. Да. Хрен ты их включишь. Блин. Да, блядь. О, так, ну тут даже, слушайте, на двоих эта игра 86-го года от Джерико, ё-моё, солидно. Так, ну она все равно не полностью работает, ведь на какие-то контакты отходит, поэтому... Во-первых, звука нет, во-вторых, блядь, выглядит все как говно какое-то, блядь. Да, походу... Да, охуенно так играть с такой-то графикой. Когда у тебя картридж не полностью прогружается. Так не поиграть. Ну, играть можешь при желании. Конечно. Но, как говорится, не очень. Ну, что, пошевелить можно.
О, заработало. А! Вот и звук появился. А вот и звук. А мы играем за тяночку какую-то странную. Мы мелкую малявку. Это, походу, Дженни Ортега. Как зовут эту малявку? Не, это Белла Рамзи в синие волосы покрасила просто. Какая Ортега, блядь? Это Белла Рамзи. Она просто волосы в синий цвет покрасила и все. И ходит, всех наказывает. Блядь, какого хрена там огонь внизу? Да, блядь, какого пиздец, блин, эта баба тупорылая. Еще и какие-то уши у нее кошачьи торчат. Реально для каких-то дрочеров, блядь, игра, блядь, с ушами кошачьими баба, блядь. Это что, какие-то влажные фантазии японских задротов, которые бы хотели, чтобы у бабы, блядь, молодой, еще и уши кошачьи торчали из волос. Чтобы это, наяривать хер было веселее. Блядь, это пиздец, блядь. Вы можете себе представить вот такого японского задрота? Жирненький молодой человек, внизу у него такая мохнатка, блядь, практически ничего не видно, и корчит только маленькая-маленькая головка писюна, блядь, из мохнатки. И вот этому товарищу сделали игру, блин, где бегает какая-то мелкая баба, блин, с кошачьими ушами. Да уж, блин, зрелище так себе, конечно говоря. При этом она убивает маленьких сперматозоидов летающих, блин. Какие-то сперматозоиды, блин, осьминожки. Ёб твою мать, блин. Еще непонятно, почему она вниз постоянно падает. Я в итоге всех убиваю, а она постоянно в какие-то дырки проваливается. Я вроде всех сперматозоидов убиваю. Тут вот эскалатор или что это. Все, в итоге опять вниз упала. Шатали жену Гордона. Ничего написали. Что написали? Так прочитай. Ну ты ж уже прочитал, скажи. Да, блять, что за гондон в шляпе? Толстый! Ладно. Так, иди нахер. Ну, а чё так, блин, до хрена-то?